Привет всем! Я очень рада видеть вас на моем канале. А сегодня мы будем показывать, как сделать такого же прекрасного зайчика для интерьера. Вам потребуется шар из пенопласта диаметром 12 см, также диаметром на 10 см. Шарик диаметром на 3,5 см, который мы разрежем пополам, а также фигурку яйца из пенопласта, которую мы также разрежем пополам. Теперь начинаем собирать нашего зайца. Шар на 12 см будет служить как корпус, а на 10 см голова. Для того, чтобы лучше склеился корпус и голова, будем использовать либо металлические, либо деревянные шпажки. Пенопластовый шар с диаметром на 3,5 см послужит мордочкой для нашего будущего зайчика. А вот форма яйца из пенопласта, мы ее разрезали пополам для того, чтобы использовать их в качестве ножек. Вам потребуется 6 листов формата А4 картона с плотностью не менее 180 граммов. Вырезаем из них вот такие вот цветочки. Вам потребуется огромное количество таких цветов, так что я вам рекомендую их изначально вырезать, но потом приступить к приклеиванию этих цветов. Для клейки можно использовать суперклей, либо горячий клей. Стараемся клеить цветы очень близко одно к другой, для того, чтобы придать в первую очередь нашему зайчику объем, а во вторую очередь, чтобы не оставалось пустое пространство.
Теперь мы вырезаем из нашей бумаги два ушка высотой в 10 сантиметров. Ушки мы также будем обклеивать цветами, но для того, чтобы придать ушкам стойкость, начинаем с основания. И вот наш зайка готов. И теперь мы можем добавить маленькие штрихи. Я использую ленточку шириной 1,5 сантиметра из органзы. И делаю небольшой бантик на шею. Если вам понравилось это видео, не забудьте оставить лайк и комментарий под этим видео. Я буду вам очень благодарна. Всем пока!